В Тюменской области умер еще один пациент с коронавирусной инфекцией. Это 71-летняя женщина. У нее была тяжелая пневмония на фоне нескольких хронических заболеваний с острой респираторной недостаточностью. Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 15 летальных случаев. За сутки еще 70 человек выздоровели. 959 остаются под медицинским наблюдением. А теперь к новым данным по заболевшим коронавирусом за сутки. В России зафиксировано 8248 новых случаев COVID-19 и 193 летальных исхода. Такие данные передают сайт штаба stopcoronavirus.rf. Выздоровели еще 9767 пациентов. Общее число заболевших в стране 545458. В Тюменской области за последние сутки выявлен 61 новый случай заболевания коронавирусом. Число подтвержденных диагнозов за весь период в регионе 2330. В Югре 220 новых случаев за сутки и 2 летальных исхода. На Ямале еще 93 положительных теста. Умер один человек.